30 лет назад в Нарьян-Марском горисполкоме состоялось первое награждение почетным знаком «Ветеран Нарьян-Мара». Ветераны города – это люди самых разных профессий и возрастов. Работающие и пенсионеры, заслужившие почетное звание своим трудом на благо родного Нарьян-Мара. В положении о присвоении знака говорится, звание «Ветеран Нарьян-Мара» присваивается людям, имеющим особые заслуги перед городом в развитии экономики, хозяйства, науки, техники, культуры, здравоохранения и образования, активно участвующим в жизни трудового коллектива, пользующимся в городе авторитетом, проработавших на предприятиях, в организациях, в учебных заведениях и учреждениях города не менее 30 лет. Первыми в 1985 году его удостоились работник бытовой службы Ирина Усачева, связист Николай Хоменко, директор электростанции Григорий Синокосов и директор педагогического училища Ульяна Истомина. Ульяна Аполлоновна – известный в округе педагог, общественник, почетный житель города и сейчас хорошо помнит, с чего начинался ее долгий и плодотворный трудовой путь. Во время Великой Отечественной войны она совсем еще девчонкой, наравне со взрослыми, уже выезжала на рыбные промыслы. Были карбасы, и еще вторая большая лодка была прицеплена. Ехали от Андига до Хабуйки. Там был рыбопромышленный пункт тогда, там база была рыбаков осколковских, а мы еще на 5 километров дальше речка Ингутей, там теперь заповедная зона. Вот мы туда ехали на веслах. Значит, один у нас был кормщиком, бригадир Федор Алексеевич Хабаров, он рождение 895 года, по-моему, он рождение. Вот. Девушка-переселенка, затем одна такая женщина уже в возрасте, и подросток, и я. Вот мы ехали это все на веслах, вот это все расстояние. На сегодняшний день звание «Ветеран Нарьян-Мара» удостоены более 900 жителей города, внесших достойный вклад в его становление и развитие, как столицы Ненецкого автономного округа. Андрей Чуклин, телеканал «Север».